планы. А ты? Ты мне больше не нужен. Либерти Сити был прописан сегодняшним преступлением. Утром полиция и служба спасения напряжены работали над устранением чрезвычайной ситуации, вызванной нападением на полицейский конвой. У нас пока нет никаких сведений о том, кого сегодня привозили, ни о том, какая группировка ответственна за это дерзкое нападение. Как обычно, ранним утром полицейский конвой покинул участок, чтобы перевести заключенную в городскую тюрьму. Нападение произошло на мосту Калхан. Большинство свидетелей погибли при взрыве, который сильно повредил мост. Полиция полагает, что при взрыве могли погибнуть некоторые заключенные. Также полиция считает, что это нападение, несомненно, дело рук профессионалов. Выяснение личности сбежавших преступников усложнено из-за атаки хакеров, победивших базу данных полиции. Из-за этой катастрофы Портленд оказался изолирован. Просто так прокладка канала Портленд еще не завершена. Давай, закрывай! Мистер Гендон! Я тебя спокойно могу пристрелить. Вы еще пожалеете об этом. Ладно, хорош, проваливайте. Его зовут Луиджи. Если наша работа, то возможно, на тебе работаем покинуть. Давай, поехали. Это куб Луиджи. Мы найдем черного входа. А вот здесь, чувак, а я пойду потолкую с Луиджи. Поприветствуйте Эйтбола, дамочки. У Эйтбола кое-какие дела наверху. Сделай мне одолжение. Одно из моих девиц нужно прокатиться, так что бери тачку, забери вместе у клиники и привези ее сюда. И запомни, никто не лапает моих девок. Так что держи руки на барьянке. Если не провалишь это дело, может найдется и другая работенка. А теперь пошел отсюда. Привет, я Мисти. Ну, Луиджи велел передать тебе это. Так что вот, держи. На улице появился новый наркотик под названием Спанк. Какой-то умник вспаривает эту дрянь моим девкам в Атлантской гавани. Иди и впарь битой по его роже. Затем возьми его тачку и перекрась ее. Я требую возмещения морального ущерба. Мне осталось сделать. Эй, мне нужно поговорить с тобой. Ладно, я позже с тобой закончу. Как поживаешь, парень? Все у Леоны, сын Дона. Хочешь поразвлечься со своей девчонкой Мисти? Сгоняй за ней в Хелбенфест, но будь осторожен. Это территория дьяволов. Затем отвези ее в гараж Дэна, не поживее. Все у нее есть, кто будет ждать. Запомни, это твой шанс. И советуй смотреть на дорогу, я на месте. Ты теперь работаешь на Луиджи, да? Наконец-то нашел водилу, которому мы можем доверять. Я подойду через минуту, ладно, моя. Я сейчас живу, Луиджи сказал, что мы не пальцем, так что позже, я смогу найти тебя работенку, ладно? Какой-то подонок из дьявола поставил своих грязных сучек на моей территории! Пойди разберись с ним! Если нужен ствол, возьми его во дворе оружейного магазина напротив метро! Я решил устроить вечеринку в зале старой школы, которая рядом с Платом Каллахан. И Генрих потянула на старой школьной забавы. Мне как раз по всему городу есть уличные девки. Привези моих тёп, доставься удовольствие. Привези их как можно больше, пока копы не пропили все свои бабки. Bye.
мне скучно, а когда мы же поторопимся? Мама, погоди, сладкая, мне нужно повернуть небольшое дельце. Для тебя, приятель, есть небольшая работенка. Братья Фрейли забыли мне вернуть должок, и надо бы их научить уважению. Братья Фрейли набивает сейчас свою жену Яку без тона Сент-Мар, так что убери его машину и отгони ее кейтболу в Харвуде. Ты же знакомься с Болом, верно? Как только он остановит бомбу, верни машину обратно. Потом можешь расслабиться или выдать шоу. Но поторопись, он не будет жрать вечно. Чанг или Чонг столкается с панкой какой-то новой банде из Колумбии, Колорадо или типа того. Точно не знаю, да это и не важно. У него есть киосок с лапшой в центре Чинатауна. Это было последнее, что подал этот крестёныш. Я хочу, чтобы ты с ним разобрался. Если тебе нужен ствол, зайди в оружейного магазина, который на пути метро. Ты же знаешь где, верно? И помни, что эти территории — это я, так что смотри его под глаза. Короче, мы решили грабануть пассажирский фургон. Он каждый день уезжает из Чинатауна. Полу его броню не возьми, так что тебе придется таранить его своей тачкой. Хорошо, я его помни, я босс, он механик сам сбежит. Потом отгони его на склад в доках, и мои парни позаботятся о нем. За работу, они не будут вечно кататься по городу. А вот этот парень, который мне рассказывал. Короче, он итальянец, не механик, он справится с любой работой. Это Паб Скапа, Тони Сиприани. Да, Тони Сиприани. Отвези его мамочку в ресторан на Сент-Марк, ладно? А теперь послушай, у меня тут намечается одно дельце, мне нужен хороший водитель, так что заходи попозже, ладно? Ладно, парень, справа доставь меня почти ночью недавно. У меня там кое-какие дела. Ты спрашивай, как я платить запишу. И поговорить не с тачкой, Джоуи только что починил эту развалюху. Так что давай без всяких химии, ладно? Лезь, мы лучше двигаем, мало ли что может случиться. Прекрасно, просто прекрасно. Отлично, я как раз хотел с тобой поговорить. В общем, у кафе рядом с мисом Калахан стоит Петафлак со жмуриком. Один из братьев Фарелли решил, что он слишком умный, поэтому получил по заслугам. Отвези его тело в добилку в Харуде, ладно? Классная будет тачка, да? Итак, слушай, достань тачку получше и езжай к берущему Сент-Марк, где подберешь моих друзей. Они решили взять банк, и им нужно дело. Я замолвил за тебя за вечер, так что не просви все. Отвези их к банку до 5 часов, и минуты позже. Чонгс, Марти Чонгс. Я помогу поставил заводик по производству корма для кошек собак. Мне это не проблема, но кого не бывает, верно? Я собирался встретиться с управляющим из банка. Этот хитрый ублюдок решил поживиться за мой счет и поднял процент займа. Возьми мою тачку, встреть его и привези сюда. Я приготовил небольшой сюрприз для этой пиявки. Ты прислал мистер Чонгс. Ну поехали, мы сам увези. Я наговорил, чтобы они забрались в мой офис и кое-что вынесли, а я бы потом смог потребовать страховку. Но чужие поматые ублюдки угрожают тем, что расскажут все страховой компании, если я с ним не поделюсь. Ты представляешь? За воротами фабрики я поставил машину.
Полегче, парни. Ура, что это на стуле? Ложи. Чтобы бизнес становился, мне нужно как можно быстрее решить финансовые проблемы. Моя жена как раз хорошая страховка жизни, к тому же она постоянно отложит мои деньги. Я оставил машину в том же месте. Забери мою жену из маникюрного салона и привези ко мне на фабрику. Он думает, что я ему отдам долг, но я решил, что в этом месяце городские двойняк будут ждать еще до лакомства. Мать прислал, да? Хорошо, сейчас объясню, что он занимается настоящим бизнесом. Кау, привет, я это... Мне нужно больше времени, чтобы так было. Но если ты заберешь мой офис, уже слишком поздно, мать, у тебя был шанс, а теперь я забираю эту фабрику. Это Эльбура из Дьявола. Ты новичок в Либерти, но уже получаешь репутацию на улицах. Мы решили устроить гонку, которая начнется у старой школы Мастер Каллахан. Достань себе быструю тачку, если выиграешь гонку, получишь приз. Когда я начал свой экзотический бизнес, моим единственным активом было содержимое моих кожаных штанов. Одна банда стала угрожать, что лишит меня этой штуки, если я не буду отдавать им процент. Они связались с этим человеком, Брут. У них есть слабость к мороженому. Возьми бомбу, которую я спрятал в Харвуде. Угони фургон с мороженым, который катается по городу, а потом звоните глупцам на верную смерть звоночком колокольчика. Они прячутся на складе пристани Атлантик. Здание. Но этот долбанный идиот не закрыл двери фургона. И теперь по всему городу разбрасываются порно-журналы с изумительными фотографиями. Садись в фургон, езжай по следу, осел покоряет Даллас, выпусков 1, 2 и 3. Забирай их по пути. Как только ты выследишь этого обдолбыша, прикончи его. Затем отвези мой груз к секс-шопу в квартале красных фонарей. Садись, парень. Садись уже, черт тебя дери. Так значит, прочишь, отказаться пойти за крышу, а? Эти тряды думают, что будут тягаться со мной? Давай покажем этим крутым парням, что значит быть действительно крутым парнем. Да, преподаем же урок. И еще никто из нас не отступал перед трядами. Вы, извини, ма. Успокой, Господь, его душу не цапнулся в Сицилии. Я хочу, чтобы ты взорвал все фургоны прачечной и прикончил всех тряд, что станут у тебя на пути. Все, что понадобится, можешь взять у Эйнбола. Прачечная согласилась платить. Ты все сделал правильно, парень. Иди забери деньги и принеси их мне. Но остерегайся тряд. Возможно, они захотят поджарить твою задницу. Но не бери это в голову. Никто. Повторяю, никто не связывается с Тони Сиприани. Мне нужно, чтобы ты заехал в Джоу и забрал его вместе с лимузином из гаража. Затем отправляйся в Куку Иджи и потом заедешь со мной. Затем мы все вместе поедем в босс в его особняк. Эти ряды должны знать свое место. Они хотят войны, они ее получат. А теперь езжай.
Как дела? Как дела, парень? Молодец, парень. Ты хорош. Пойдем, познакомлю тебя с Доном. Эй, Уиджи! О, Сальваторе, мои девочки по тебе очень соскучились. Тебя ведь так долго не было. Передай им, что как только мы закончим это дело, сразу отправимся в клуб и отпразднуем. Ладно? Вот он, мой мальчик. Как дела, пап? Ты еще не нашел себе невесту? Эй, твоя мать и папа и господь ее души перевернулась бы в гробу, если бы увидела тебя без жены. Я знаю, па, я работаю над этим. Тони! Как твоя мама? Знаешь, она прекрасная женщина, сильная. Флоренция. У нее все нормально. Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Ладно, парни, заходите внутрь, а я пока переговорю с нашим новым другом. Я смотрю, ты многое для нас сделал, мой друг. Мне с ребятами нужно поговорить о делах, и тебе придется этим вечером посмотреть за моей девчонкой. Эй, Мария! Тащи свой зад! Эту глупую девчонку постоянно приходится звать. А вот и она! Единственная непотребная королева красоты! В общем, чем ты занималась? Наверняка мне это будет стоить денег. Но ты же не хочешь, чтобы я тут крутилась и мешала вашему разговору? Сядь в машину и закрой свой большой рот! Возьми его зим, но верни его в целости и сохранности, понял? И смотри, чтобы она не влипла в историю. Да, уверена, что твой новый песик сможет обо мне позаботиться. Вон он какой здоровый. Эй, песик, давай режимся гостинцем и чиком. И я думаю, он должен где-то на железнодорожную станцию берега Чайна-тауна. Привет, Мира, мы прекрасная леди. Хочешь развлечься? Немножко, может, с панкой? Привет, Чика. Нет, как обычно. Держи, моя леди. Эй, вы можете получить другую машину, которая на складе хочет открыться на Атлантик. Спасибо, Чика. Увидимся. Благодарствую, наслаждайтесь, это хорошая трава. Ну и песик, поедем ближе к вечеринке. Хорошо, песик, сидите, посмотрю за тачкой, а я пока пойду подвигаю папой, хорошо? Знаешь, я уже давно так не веселилась, и ты хорошо со мной обращался, с уважением, все такое. Я уже пойду, надеюсь, увидимся попозже. Оставь нас на минутку. Колумбийский картель производит спанк где-то в городе. Но мы не знаем где. А вот они, похоже, знают о каждом нашем шаге еще до того, как мы его сделаем. У нас завелась крыса. Есть один парень, кудрявый Боб. Он работает в баре у Луиджи. Он тратит больше бабок, чем зарабатывает. Только на виду его не торгует. Значит, он стучит. Домой он обычно ездит на такси. Высади его. Если он есть, то самая крыса. Убей его. Мистер Болтун. За тобой следили? Ты же понимаешь, лучше бы никто не знал про наш маленький секрет. Нет, забудь, пусто. Берем тебя. Держи свой спанк. Сныть. Не перекладывай. В общем, так, сегодня воюют от вопроса. Один русский застрял в яге стрелят, и после одна из стрелы уступает. А тем временем, другой Леон выпустил Белокрови Фурели. Каждый день они теряют людей свое влияние в городе. А Сальваторе становится опасным параноиком. Он всюду ведет заговоры. С такими преданными людьми, как ты, ему не о чем беспокоиться. Но и сейчас нет, но он оставил для тебя одно из своих ебаных посланий. В состоянии войны. Ряды используют железный завод в качестве прикрытия. Большая часть их бизнеса находится на рынке, чем на тауне. Положительная школа задолжала нам денег. Они считают, что защиту лучше подать реальность, так что придется их снова наказать. Накажите их парней и уничтожь босса триады. Черт, если будет шанс, заодно убей нескольких солдат. Не хватит этого говна. Нужно закончить разборки с ядой раз и навсегда. Эйдбол установил бомбу мусоровоз. Бомба на таймере, так что у тебя будет немного времени. Возьми мусоровоз и будь осторожен. Эйдбол сказал, что бомба может рвануть из любого столкновения. Они откроют ворота для мусоровоза, так что ты без проблем проедешь на завод. Припарку мусоровоз между двумя резервуарами с бензином. И уноси ноги ко всем чертям. Я хочу дождь из Кумбрии. Нам нужен библейский апокалипсис, а не какая-то там дешевка. Но война с триадой сильно истощила наши ряды. У картеля очень много денег, полученных с продажи этого дерьма спанка. Если мы пойдем в открытую атаку, они просто размажут нас по стенке. Похоже, они производят спанк на том большом корабле, которому тебя вывел кудрявый. Так что нам придется проснуть мозгами. Твоими мозгами. Я, Сальваторе Леоне, лично прошу тебя сделать мне одолжение и уничтожить эту фабрику по производству спанка. Если ты провернешь это дело, проси все, что пожелаешь. Иди к Эйдболу, тебе понадобится его помощь, чтобы взорвать этот корабль.
Йоу, чувак, согласен, мне уже позвонил, мне такой работы понадобится много взрывчатки. Мне нужно 100 тысяч, чтобы покрыть расходы. Но ты же меня знаешь, я работаю каждый доллар. Возвращайся, когда заработаешь денег, брат. А ладно, давай проверим это действие. Я бы взорвал эту кошку, но пока еще не могу держать оружие в руках. Вот эта винтовка может перенести несколько голов. Займи удобную позицию, я пойду сразу после твоего первого выстрела. Да это же мой лучший читальщик! Я горжусь тобой, малыш! Ты выбил дерьмо из этих свиней! Мы выполнили еще одно маленькое задание, прежде чем мы отметим победу. Рядом с клубом Луиджи стоит одна машина. Внутри нее все залито кровью. Мы отправили одному парню мозги, но получилось не очень неаккуратно. Отгони машину утилизатора, прежде чем копы найдут ее. Слушай, Сервер, ты думаешь, что у нас роман, поэтому он заключил с картелем сделку и заложил тебя. Я не могла этого допустить, ведь тебя бы прикончили. Это была бы моя вина, потому что я сказала, что мы были вместе. Я сама не знаю, почему я это сказала. Похоже, теперь за нами будет охотиться мафия. Я уже устала от таких убийств, от этих рек крови. А это моя подруга, а моя старая подруга. Это сука, она из тех, кому мы можем доверять. Пойдем, хватит уже болтовни. Нам лучше убираться отсюда, пока не появилось еще больше чокнутых итальянцев, желающих не очень дружелюбных встреч. Нам со сукой нужно кое-что обсудить. А ты пока можешь что-то смотреть, тебе нужно место, где ты бы мог залечь. На углу Беллили есть склад, в котором есть все, что тебе нужно. Приходи сюда, когда будешь готов, и мы обсудим с тобой кое-какие дела. Нам нужно кое-что прояснить, прежде чем мы начнем налаживать какие-либо отношения. Деловые они или нет? Давай расскажем так. Я из Якудза, и я знаю, что ты работал на семью Сальваторе Леоне. Я могу дать тебе работу в нашей организации. Но сперва тебе придется доказать, что ты на самом деле порвал связи с мафией. Сальваторе Леоне выйдет от Луиджи примерно через 3 часа. Сделай так, чтобы он не добрался до дома живым. А пока что мы вспомним с Марией былые времена. О, сука! У тебя новый массажист? Это не массажист. Смерть Сальваторе – очень приятная новость. Ты отличный киллер. Мне нравятся такие парни. Это мой брат Кенджи. Вот так для тебя есть работа. Но как только ты освободишься, давай мне в казино, и мы сможем поговорить. Кенджи, как всегда, тянет руки к моим подружкам. Мои люди в полиции сообщили, что МБР установило наблюдение в ключевых точках города. Мы не успеем с кем-либо связаться, чтобы избежать обвинения. Разберись с этими шпионами, но будь осторожен. У них всегда есть подкрепление. Тут один журналист что-то вынюхивает. Мы с Марией немного отдохнем, пока ты не избавишься от этого назойливого писаки. Пока ты это читаешь, он, вероятно, в гавани. Угони полицейский катер и потопи его карьеру. Это же мой прекрасный работничек. Мария сейчас занята. Но я ей передам, что ты звонил. Кто это, сука? Я бы сама вышла, но я очень хочу писать, окей? Пора встретиться с моим знакомым Бобом. Это деньги за его последнюю работу, что он сделал для нас. Разумеется, он очень осторожен. Немедленно отправляйте телефон автомату в Торингтоне и жди его инструкции. Должно быть новые постельные суки. Ты принес мне деньги? Тут вся сумма.
Я знаю, что ты думаешь. Еще один продажный коп. Что ж, это продажный мир. Эти отцовки из внутреннего расследования зависит только для того, что я предложил партнеров. Они прямо чувствуют мой запах. Это весь этот город, это большая помойная яма. Знаешь, я тоже иногда могу покинуть только работенку. Если что, ты знаешь, где меня найти. Это король Корни. Мои гарди хотят устроить хорошую гонку, я слышу, что крутой водила. Приезжай на свои тачки на пустыре за стадионом и жди там других участников заезда. Мои люди будут наблюдать за всеми корольными точками. Тот, кто пройдет контрольную точку первым, получит приз и так далее. Если ты пройдешь больше контрольных точек, чем мои ребята, я дам тебе небольшую работу. Мы с Марией пошли по магазинам. Наш человек из полиции сообщил, что один из наших водил оказывается полицейский под прикрытием. Он постоянно в своей тачке. Поэтому мы прикрепили к ней маячок. Пусти ему кровь. Мастер хорошо тебя отзывает, но я пока что не видел этого самостоятельного ничего, кроме разочарования. Возможно, ты сможешь регулировать эту ситуацию, которая ставит меня в неловкое положение. Разумеется, мы в случае провала позволимся. Я как заканка сейчас в участке, что-то про кафу. Мы очень ценный член семьи. Вызвали его заключение, это ведь должен быть форпоинт. Его слабость быстрой машины. И он попросил приобрести для его коллекции несколько моделей. Разумеется, эти автомобили мы должны принести ему как подарок. Все погашение моего долга. Ты должен раздобыть эти машины из списка и доставить их в гараж за стоянкой в Непорте. Для меня это дело чести. Он мог использовать ее лицо. Он близко как-то проигнорировал неоднократные требования. Процесс нашей сверления Либерти. Теперь я не договариваюсь о сотрудничестве с мазями. Чтобы сообща еще больше увидеть нас. Сейчас в городе не будет последнюю стадию переговоров. Возьми моего человека, конечно, на ярде, не проучи этих колумбийцев. Это дело чести, чтобы никто не сорвался в жарах.
Чтобы быть действительно сильным, важно никогда не проявлять слабость. Дела идут довольно успешно. Сегодня как раз нужно собрать танцы на нашу защиту. Иди и немедленно забери деньги, чтобы мы могли положить их на счет в казино. Мне нечем платить, но я не стал бы платить, если бы платить. Какие-то мне платить, как чистили это место. Я не забрали все, а вас не платить. За какие накачали для Кудза? Ты. Отличный момент, чтобы прийти и показать свое никчемное лицо. Твоя прошлая попытка объяснить Майфу, что не стоит водить дружбу с картелем, не принесла никаких плодов. Ярди заполнили весь Либерти и торгуют политиками со спанком, словно хот-догами. Эти картели не смеются над нами, надо мной. Я даю тебе последний шанс, чтобы доказать, что моя сестра не ошибалась в тебе. Докопайся этих мразей, и пусть свой позор смоют реки крови врагов. Этот подарок Маккафи! Он больше всех брал взятки! Он думает, что если всех заложек, попадает все свои темные делишки! Чего ты растругаешь? Он в центре Ньюпорта, под охраной здания защиты свидетелей, которые посреди стоянки. Чтобы выкрыть его наружу, подари этот дом! А потом убедись, что он мужиком не будет стучать. Эй, парень, ну сюда! Тут интернет организовал оружейный бизнес в Рокфорде. Мы с ним не крадем, а когда появились свои что делают? На него вчера наехали какие-то потомки с картеля. Они сказали, что сегодня заберут кое-что из его оружия. Ему нужна помощь. Но взамен он дает тебе скидку на любое оружие, которое продает. Я, конечно, и сам помог, но старый регулит снова скрыли. В общем, удачи тебе. Я не звонил, я думал, он пришел помочь войцу. Не могу поверить, что эти русские потомки снова оставили меня без прикрытия. Но ты лучше, чем одна, так что пришел тебе пригодиться. Колумбийцам дают минуту. Если мне понадобится оружие, то не стесняйся, бери все, что понадобится, здесь ящика. Только не забудь оплатить. А теперь сваливай, с кем я разберусь. Я знаю одного очень важного человека в городе, с довольно экономическим вкусом и деньгами для его удовлетворения. Против него вытянуто обвинение. Есть какие-то непристойные фотки, где его сняли на вечеринке в морге, еще где. Улики скоро собираются вести в суд. Тебе нужно подранить машину с уликами и собрать все до одной выпавшие фотографии. Как только соберешь все улики, оставь машину и устрани ее. Если ты это провернешь, то все будут плюсе, парень. Он на своем катере вечерами ходит рыбачить маяку на утёсе Портланда. Укроти полицейский катер и разберись с этой чёртовой крысой. Хватит ему ловить рыбу, я хочу, чтобы он её теперь покормил. Никчёмный ублюдок! Ты всё завалил! Моя жопа уже на крючке! Ты даже не смог прикончить этого чёртова шпиона! Я хорошо заплатил тебе, чтобы убрать его! Он всё ещё жив! А сегодня он собирается давать федеральным показания! Его с минуты на минуту собирается перевести из госпиталя лекарства в участок Рокфорда! Если он заговорит, мне конец! Я хочу поблагодарить тебя за решение научного вопроса. Люди могут поверить чему угодно в наши дни. Жизненный опыт подсказывает нам, что такие люди, как ты, заявленные цены могут быть очень преданными. Но когда людей много, вспыхивает жадность. У меня есть один очень ценный знакомый, восточный джентльмен. Я знаю, что его держат заложников, как юные американцы в партии. Они пытаются увеличить сумму назначенного ранее выкупа, но я не привык к условиям сделки. Сделка есть сделка, они не получат ни пенса больше. Иди спаси моего друга, сделай это любой ценой.
Ничто так не снижает цены на недвижимость, как старая добрая бандитская война. Не считай, конечно, вспышки чумы, но в данном случае это может быть слишком далеко. Я слышал, что колумбийцы и якудзы довольно натянутые отношения. Нам стоит использовать эту возможность для бизнеса. Я хочу, чтобы ты убил якудза Вакаги Широ, Кенджи Касина. Сейчас у Кенджи важная встреча на крыше многоэтажного гаража в Ньюпорте. Достань машину картеля и устрани его. Якудза решит, что это сделал картель, и объявит войну. В наше время из-за лицемерия властей некоторые товары очень сложно импортировать. Сегодня ночью над заливом аэропорта полетит один маленький самолет. Он бросит в воду несколько упаковок. Постарайся впереди полицию собрать товар первым. Эй, давай вытащим эту штуку прямо здесь. Бог его знает, что это, но раз он так хотел ты заполучить, наверняка что-то. Ты? Эй, ты попросил, Фунгов. Пожалуйста, пожалуйста. Я же убила тебя и бросила канал утекать крови. Дочь, Фунгов. Все нормально. Мы все друзья. Будь командой. У нас нет шутера, детка. Выбрать всегда тупой, ты ублюдок. Прости за эту сумасшедшую сучку, это все она, пожалуйста. Итак, этой шлюхи больше нет. Но ты оказал мне услугу. Ты не единственный, у кого еще это с картеля. Этот червяк убил моего брата. Никогда не был. Ужас! Мы все видели убийцу картеля. Мы выследим и убьем всех вас, колумбийских собак. Я поиграю немного с нашим другом, чтобы получить информацию и доставить себе немного удовольствия. А ты заходи позже. Я уверен, мне понадобятся твои услуги. Пожалуйста, друг! Не оставляй меня с ней, она нормальная, чисто, пожалуйста, друг! Эй, эй, друг! Друг! Я доказал, что на тебя можно положиться. На наши дни это большая редкость. Моя мать детскому другу нужен эскорт для того, чтобы отнести доставленный живой товар на назначению. Я хочу, чтобы ты следовал за ним, помог ему целости и сохранности доставить груз под крик целым. Урок бизнеса, мой друг. Если у тебя есть особый товар, то каждый будет пытаться его у тебя отнять, даже если он вообще не представляет истинной ценности. Полиция цепнула весь айон, когда он сейчас находится моим товаром. Поезжай туда, возьми фургон и используй его как команду на копа. Пусть они с тобой поклоняются, а он тем временем уйдет. Я из красных палетов. У меня проблема. Со мной решили поиграть. Будем придурком. Что-то помнили весь город. Был разбитый лишь с панками оружием.
Девятка, их знак, а крупные цветы их флаги. Они рисуют им целыми днями. Они уже начинают идти по летам. Я хочу, чтобы это показалось им топорным сюжетом, как будто настоящие профи. Избавься от этих девяток. Но будь осторожен. На улице будут валеты, которые могут решить, что ты их тоже хочешь замочить. Бронированные машины разводят на них станки, без страха полетают их всем желающим. Пусть их улица припаркована тачка. В ней ты найдешь то, что поможет проучить эти сумковые, разрушатся и бронированные игрушки. Ты как-то сволочь заминировал мою тачку. А если я его потеряю, то лишусь репутации на районе. Возьми мою тачку, я отниму гаражный сапмар, понял, йоу? Пусть там подумают, как разведить бомбу. Часы уже тикают, а проводка там подпорчена. Одного столкновения может хватить, чтобы взлететь на воздух. А теперь гони! Йоу, рейсер самолет, принимающий федеральные деньги, разбился в аэропорту Фрэнсис. Цветопаты наваляются по всей этой полосе. Бери тачку и запри сколько сможешь. Ты можешь возить цветки в окном гаражей. Эти цветки чертовски тяжелые и будут тормозить твою тачку. Так что не забывай, почему у тебя сам гараж. Ты уже в полном дне, им все еще никак не сопротивляться. Они хотят поединок. Их банда против нас двоих. Или точнее, вас двоих. Я бы присоединился, но у меня условное освобождение. Нет месяца не засветиться. Иди слезь с моим нашим братом. Мы покажем, где мы сейчас разбуха. Успехов, сынок. Йоу, Ай сказал, что ты придешь. Правила просты. Используем только биты. Ноги второго, ноги на машину. Это не было вооружение. Все, это не разбили большой круг. Я, наверное, считаю, что я плохо с ним обращаюсь. Но он все же рассказал, что Каталина сильно боится своей мести. Она послала в город 3 группы наемников, чтобы они выследили и прикончили тебя. Тебе придется побыть наживкой и постараться заманить их в Пайк Крик, где их уже будут поджидать мои люди. Мигель, безусловно, обладает настоящей латиноамериканской терпеливостью. И я уже выдохлась. Мы недооценили план Каталины по реализации спанка. Я не торгующая спанком по всему городу, это мелкие сошки. Картель действует через свою компанию. Капа Кофе Хаус. Они продают спанк через сеть уличных магазинов. Нам не остается ничего другого, кроме как прикрыть все эти лавочки. Разнеси их в щепки. Что, затянем на потуже или просто подождем, пока почернеет и отвалится? Ну-ка, давай проверим. Фу, что это за желтая липкая гадость? А, привет, малыш! Мой работничек. Мне было скучно, я решила составить осветить компанию. Похоже, она очень одаренная девочка. Ей удалось узнать кое-что очень важное у нашего гостя. В 2 часа в аэропорт Фрэнсис Интернешнл прибывает самолет. Он просто набит дурью Каталины. Чтобы тебе не мешала служба безопасности, возьми катер, чтобы добраться до буёвки и взорвать самолет, когда он пойдет на посадку. Найди среди обломков товар и забери его. Будь осторожней там, хорошо, малыш? Попробуй-ка соус чили. Твоя драгоценная Мария у меня. Если не хочешь, чтобы ее лицо было похоже на кровавое мясо, то привези мне 500 тысяч на виллу Сидер Гроу. Si, bueno, pa que decidio? One of these coffee cedios. Интересно, ты пришел ради того, чтобы спасти Марию, или вернуться ко мне? Что ж, у меня для тебя новости. Стрелять в тебя будет одним удовольствием. Наше свидание будет только бизнесом. Ты просто находка для меня, дружок. Давай бабки. Да ты без дела не шатался. Но ты так и не понял, что мне нельзя доверять. Убейте, кретина! Thank you.
Жители Сидор-Гроув отправляют хорошо, вызванного криминальной войной, которая разрядилась вчера в районе. Местный житель Тив Денвер рассказал полиции, что видел преступника, как будто брюнет, который погибли ему в происшествии. Ну понимаешь, там будет клево, потому что, ну понимаешь, я люблю тебя, я правда люблю, потому что ты большой крутой парень, это как раз то, что мне нужно. Так что я только что говорила, ой, знаешь, я забыла, ну ты же понимаешь, о чем я, правда? Звук взрывного лыжа кирил близлежащие дома, и люди бросились в укрытие. Несколько мирных жителей пострадало в результате перестрелки между бандитами и вертолетом, окружившим над плотиной. Да, и с одного плюс отлично видно это зрелище. Когда вертолет наконец сбили, фейерверк был лучше, чем на День независимости. Хотя найдено уже более 20 тел, полиция все еще находит останки. Мы не получили официального опровержения слуха о том, что все тела принадлежат членам колумбийского отеля. Истинная причина этой войны до сих пор неизвестна.